В старину считалось, что весна наступает именно после 14 марта. В этот день в народе отмечали праздник Каушу, Куэрсу, то есть долгожданных после зимы встреч. Чиелицы тоже активно участвуют в возрождении этой древней традиции. В этот день радовались окончанию суровой зимы, которая надолго отрезала связь аулов друг с другом. Люди после долгой разлуки с радостью встречались друг с другом, справлялись со здоровьем. Особые почести старшему поколению. В каждом доме накрывались дастарханы. Поздравляю всех с праздником. Пусть богатые традициями Наурыз дарит каждой семье радость и изобилие. Праздники были представлены национальные обычаи и традиции, в частности, ритуал наречия младенца. Собравшиеся отведали Наурызгужье. Зима была довольно суровая, но все уже позади, пришла весна. Вот уже и Наурыз празднуем. Праздник Амал сохранился в западной части страны. Сегодня он возрождается везде. Амал – это праздник, который отмечается с древних времен. Такие обычаи не должны забываться. Надо передать молодым. По одной из добрых традиций Наурыза, шиильцы в этот день провели большую работу по очистке каналов. Посадили деревца. Үміт Байтасова, Қозы Көрпеш Асаралы, Рамазан Жүсіпбек, телеканал Қызылорда.